Я тебе сейчас свои мозги здесь вытру, понял ты? А Дмитрий Анатольевич... Охуевший, вообще это, по жизни. Это происходит при Дмитрии Анатольевиче Медвежонке. При новоизбранном президенте. Я параллельно вообще по жизни. Вы не можете понять, вы знаете, кто... Блядь, кто такой новоизбранный президент? Вы сейчас говорите о президенте Российской Федерации. Нас же школы послали. Это президент. Ты меня грузить будешь, иди сюда. Пожалуйста, не дергайте. Грай сказал. Говорим. Что? Грай сказал, блядь. У меня мама этот торт... Да мне параллельно. Давайте все, ну как ты все. Давайте, ну давайте он берет. Ты что нужно было так делать, чтобы торт сломался? Даже пришли просто чай попить. Да мне в ужом пришли, вы куда пришли-то, блядь? Ну пришли с Тинькофф. Да мы параллельно куда вы пришли? Вы мне лесу пришли. Вы думали, что мы клоуны, блядь. Вы где там пошли? Мы клоуны. А что происходит здесь? Смотри, а кто вот здесь? Вообще охуевший, ёпта, а? И из какого стать вы можете добавить? Вы что, нет, с какой-то посадки? Вас обидели, вы что туда пришли? Дмитрий Анатольевич, лежим в кабинет. Я тебе что сказал убирать, а? Да, убирать сказал! Что, замерз уже еще, а? Смотри. Блядь, уроды, ёпта. Мы принесли портрет Дмитрия Анатольевича Движенко. Просто по-человечески. Вы сидели за одним столом пить чай. Я вам просил туда прийти. Что вы такие, по ней непонятно, что пожить. Нашу школу отправили. Эти же граждане же могут приходить в отделение милиции. Я вам там есть не цирки, понятно? А почему вы нас кричите? Вы знаете, что у российской милиции так же боятся? Я не могу кричать. Больше вы это срать будешь, да? Я могу выйти, но вы знаете, что 80% людей так же боятся милиции. Почему вы с нами так обращаетесь? Поэтому пришли к вам с лучшими. Да идите вы, знаете, куда? Мы хотим каким-то образом вообще поддержать. Кто вас просил вообще приходить? Школа! Какие же чаепитие? Что, кафе нашли, что ли? А? Не понял, кафе нашли! Кафе нашли! Мы праздник отметить пришли просто! Понятно, он колбашу попал! 1, 9 мая! 7 самый праздник! То есть инаугурация президента не праздник? Да идите вы, знаете, убирай сказал! Что стоишь, нет? Убирай давай! Залезь, Ильич! Нет. Я тебе на доставку убирай, понятно? Не понял, я что, блядь? Да, да. Лучше пожить. Послушайте, не материтесь президент. Хорошо, лучше. Вы куда пришли? В цирк, что ли? В милицию. В цирк пришли, не надо, я сказал. Вы ворвались сюда, не надо, понятно? Мы постучались. Мы пришли с чаем. Почему вы говорите, что мы ворвались? Ведь мы же пришли... А что мы пришли с поздравлениями. Грузить, что будете меня? Почему вы грузили? Что там выдержать? На, уберите, что там выдержать. Ты униформу будешь стирать. Я не могу стирать, у меня руки заняты, знаете что? Давайте постираем форму. Понятно, просто уже с детьми на улице страшно выходить, они так на них кричат. Если милиция себя так ведет. Что можно ожидать на улице? Действительно, да. Да нападет какая-нибудь молодежь, и вы тоже подойдете, будете кричать на него, да? И как раз видимся, что вы есть ближайшие помощники Дмитрия Анатольевича Медвежонка, новоизбранного президента. Мы ведь вам хотели преподнести подарок. Скажите, вы что творите, скажите. Мне тоже бабушка сказала, что милиция это нормально не примут. Даже командир, мы просто не понимаем такого отношения к образу. Вы сюда ворвались, я вас не просил вам ходить. Пришли к вам в гости, как не вы надо ходить. Я вас не просил сюда, понятно? Вы сюда ворвались, пришли к вам в гости. Вы ворвались сюда, ворвались. Понял? Ворвались, когда... Более вы по-другому, в другом стали разговаривать. Вы ворвались. Как вы ворвались? Вы ворвались. Вы специально зашли сюда, делали провокацию. Мы пришли, а понятно? Какая-то провокация. Делали провокацию. Убирайте. Мы пришли вас поздравить с праздником. Какой провокатор? Обыкновенный, блядь. Какая провокация? С портретом Медвежонка. Убирай, убирай, давай. Какая может провокация с портретом Медвежонка? Мы как раз идем говорить о том, что нет диалога между народом и сотрудниками правоохранительных органов. И Дмитрий Анатольевич пытается менять эту ситуацию. Происходят какие-то действия. Вы решили сделать провокацию, то у вас очень хорошо получилось.
Ну как это провокация? Объясните нам. Как мы к вам ворвались? Я вас просил? Давай так, по словам. Я тебя просил делать это. Пришли к вам в гости. Нам дали поручение просто в школе. Я что-то делал. Это наше... Ты пришел. Обязанности наши. Вы не в цирк пришли. Это наше задание. Это наша обязанность была просто устроить праздник. Нам нужно... Вы сделали провокацию. Какая-то провокация. Я вижу это. Вы видели эту провокацию? Я вам из банкет. Я про вас говорю, что вы делали провокацию. Это последний разговор. Нет, просто мы пришли к вам по-человечески поговорить, а вы... Да.